находится на таможне, миграции и прочие службы на острове Маврикий. Для того, чтобы это сделать, мы заходим внутрь пирса, внутрь бухты. Вот эта бухта выглядит вот так. Стоим, сейчас я покажу. Прямо на пирсе. Вот здесь еще одна лодка, они делают чекаут. А вот то, как мы стоим. Прикольно. Единственное, что течение немножко лодку болтает. Поэтому сейчас мы оформимся и пойдем в марину. Вот сейчас мы стали в марине в Маврикии. Эта марина находится в порте Луис. Сейчас как раз очень хорошо, сейчас погода, самое раннее утро, машин на парковке нету. Обычно все вот это вот занято машинами, людьми, и мы стоим как на проходе. Вот все соседи, которые наши, стоят, вон большая лодка, ребята пришли с Англии. Все остальные здесь живут достаточно долго, все стоят вот так вот длинным бортом, в этом они это называют марина. Где-то 10 лодок, вообще не понимаю, как бестолково можно использовать все пространство. Вот заход, и потом вот туда идет длинный-длинный заход. Ну, длинный как длинный, около 2 миль, все остальное нормально. Внутри стоят такие вот ржавые корабли, там дальше порт на разгрузке. Порт очень большой, потому что все моряки, которые здесь ходят, хотя бы раз были на Маврикии, поэтому... Это говорит о том, что порт достаточно много места занимает в жизни компании-перевозчиков. Вот горы, которые окружают. Сейчас зима, поэтому сейчас немножечко прохладно. Ну, это прохлада такая, градусов до 20. Днем, конечно, 30, но ночью мы спим без кондиционера и так укрытые одеялом. Вот что здесь находится. Вот это большой waterfront отель, а вот здесь туда идет дальше шопинг мол. Ну, все очень развито, очень развито. То есть на удивление я был поражен, что настолько развито может быть на острове, который находится в принципе очень далеко от основной цивилизации. Это Shopping Mall Waterfront. У них здесь есть казино. То есть азартные игры все вполне приемлемы. А это сам торговый центр. С двух сторон идут магазинчики. И потом мы выходим на основную часть города, на бизнес-часть. Итак, мы сейчас приехали на пляж, который называется... Flick on Flag. Это одно из туристических мест на острове Мавриши. Да, здесь, кстати, тепло. В горах было прохладно, а здесь абсолютно нормальная температура. Мы были вот в тех горах, а это одно из самых туристических мест. Похоже на Наянг. Да, похоже на Наянг. Здесь барьерный риф и деревья хвойные. Поэтому мы сейчас посмотрим на этот пляж. Так, вот мы вышли на пляж. О, мне здесь нравится, с травкой. Это вот барьерный риф. А вот там вот, судя по всему, есть заход, потому что волны не стыкаются. И вот лодка зашла, судя по всему, это как раз вот то место, где через барьерный риф можно зайти. Это место для кайтинга очень. Место для кайтинга очень прикольное, мне очень нравится. И вот здесь, конечно, катается очень классно. Итак, мы сейчас пришли в Гранд Бэй, это северная часть острова.
самая северная, отсюда начиналось заселение, собственно, Маврикия. Я уже рассказывал, наверное, о том, как это все происходило, но не суть, сейчас не об этом речь. Сейчас я покажу то, откуда мы заходили. Вот это вход в бухту, вот там вот, вот, ну его, естественно, там не видно, находится латеральный буй, который обозначает безопасную воду, это Safe Water Zone. От него нужно было бы заходить, если бы у нас был короткий киль. Но так как у нас киль длинный, есть чем похвастаться, то зайти мы сюда, естественно же, не смогли. Вот, собственно, вот там мы стали, начали ждать тайда. Я думал заходить с самого утра, потому что с утра был самый большой тайд, 60 сантиметров плюс. Эти 60 сантиметров дали нам возможность здесь зайти с запасом 10 сантиметров над грунтом. Вот, собственно, так мы и сделали. Но только не дожидались утра, а зашли в темноте, потому что в яхт-клубе зажгли огни, два вертикальных огня, и когда ты идешь, ой, вот какие-то заходят, два вертикальных огня, когда ты идешь, верхний и нижний говорят о том, что вы отклоняетесь либо влево, либо вправо, нужно два огня состыковать, идешь прямо на них, подходишь к яхт-клубу, поворачиваешь, глубина 2,80 была для нас при нашей осадке 2,7. Вот. Ну, в общем, мы зашли, все нормально, дна не касались. Сейчас я покажу, как мы здесь стоим. Сейчас здесь небольшой ветер, поэтому говорить я буду меньше. У нас сейчас микрофона нету, извините, поломался. Как починю, буду дальше записывать, а пока вот так. Там яхт-клуб. Это лодки, которые стоят в яхт-клубе. Вот там, это White Dragon, это наши друзья, с которыми мы вчера немножечко гуляли. Вот. А здесь глубина сейчас... Глубина сейчас под нами 4 метра, нам этого достаточно. Ну, вот так вот мы стоим, сейчас я покажу панораму. Очень красивое место, главное, нету этого кошмара из Порт-Луиса. Там, где ты стоишь на парковке, когда нас автобусом ударили, просто ДТП, которое случилось непосредственно на паркинге. В лодку заехал автобус. Выглядит яхт-клуб с берега. То есть вот здесь вот, где-то здесь, вот этот маяк, о котором я рассказывал, с латеральными огнями. А вот, собственно, то, как это все выглядит. Это пирс, на котором причаливаешь тузиком. Вот мы стоим, вот лодки, которые стоят на берегу, вот большая американская сигара, которая уничтожает топливо, естественно, бензиновое, потому что американцы не признают дизельных двигателей. Ну, собственно, вот яхт-клуб, Grand Bay Yacht Club. Сейчас мы будем пить там вкусный кофе. Находимся в Grand Bay. Привет. Поехали, поехали. Вперед, вперед. Вперед, два. Мы приехали на кайтспот. Ну что, кайтеры? Будем качать двенашку. Катеры! Да? А что, на двенашку дует? На девятку не дует? Всегда дует на двенашку. Как бы не дуло. Короче, катаемся. Не дует. Вот это наша прекрасная машина. Красный цвет, цвет опасности. Аратур. Цвет скорости, она спортивная. Не наче Феррари. Представляешь, какой... Ты представляешь, какой легкий там человек, если он летает на вот таком кайте? Вот мы сейчас находимся на северо-западной части острова. Вот так вот он у нас выглядит. Это я уже раньше говорил, это кайт-спот. Очень прикольное место. А вот эта часть, та, которая идет океаническая.
Это очень прикольно идти, потому что здесь камни, которые разбиты волнами, когда видно здесь наветренная сторона, здесь иногда бывают шторма очень сильные. Но очень прикольно, очень прикольно. Вот сюда доходит вода. И дальше, дальше, дальше можно идти. Вот мы сейчас подошли прямо к волнам. Когда стоишь здесь, чувствуешь всю силу, всю мощь океана, который разбивается о волны и перекатывается, перекатывается. Очень крутое зрелище, очень крутое. Сейчас я подойду поближе, станет вообще понятно. Хотя я не уверен, что на камере это будет как-то реально слышно. Вон огромная волна идет, сейчас она разобьется. Тут еще немного скользко, потому что волны наносят ил. Поэтому здесь рухнуть вообще легким движением руки, ноги. Класс! Вот прямо все, вот прямо вот здесь вот, прямо перед ногами. Крутяк. Как это было страшно только что. Пипец.